Ну, сразу видно, девушка ездит. Почему? Ну, потому что женщина за рулем, это равносильно тому, что обезьяна с гранатой. Что это у вас за логика такая? Если женщина за рулем, значит, обезьяна с гранатой. А как продавать машину, в объявлении пишете. Машина в идеальном состоянии, потому что ездила девушка. Ну, такая вот логика у нас у мужиков.